Здравствуйте, уважаемые зрители канала Центра Магнитол. Сегодня у нас в установке автомобиль Ford Mondeo 2012 года выпуска. Что хотелось вам показать? Ну, первоочередно монтаж. Такая черного цвета у нас рамочка матовая. Гармонирует со штатной, практически такой же цвет не отличается. Вот, что по функционалу у нас получается. Здесь кнопочки на руле полноценно управляются магнитолой. И зачастую спрашивают о системе конверс штатной. Вот, скажем, у нас станция 103.4 DFM. Она также транслируется сюда. При переключении на другую станцию частота, вот как видите, она меняется. Система конверс передается, гармонируется с автомобилем, сочетается. Вот, в целом у нас добавили камеру заднего вида, штатной здесь не было. При включении задней передачи переключается автоматически в режим камеры и транслирует изображение на устройство. Вот, в целом все, что хотелось показать вам по данному автомобилю. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, приезжайте к нам в установочный центр. Всем хорошего дня, до свидания.